был проблемным, стал образцовым. Жилищный комплекс «Парковый» – удачный пример того, как можно решить непростую ситуацию, в которой могли пострадать люди. Полтора года назад на объекте остановили работы. Застройщик был вынужден расторгнуть договор с подрядчиком из-за низких темпов и качества работ. Тогда дольщики обратились за помощью к главе Барнаула Вячеславу Франку. Создали межведомственную рабочую группу с участием дольщиков, депутатов Гордумы и строителей. И вот в ходе этих диалогов рабочая группа начинает понимать, какие меры нужно предпринять, какую помощь, может быть, нужно оказать застройщикам. То есть мы не площадка просто для обсуждения. Потом дают соответствующие поручения, идет проработка. На первом этапе заседания рабочей группы проходили практически еженедельно. Было много споров и справедливых упреков от людей, но компромисс в итоге нашли. Определили нового подрядчика и объект стали достраивать. Мы взялись за эту ситуацию и вот, на мой взгляд, в общем-то, справились с этой задачей. То есть через там, месяц-полтора эти дома будут сдаваться, поэтому все люди получат свои квартиры, будут довольны. Первую по номеру третью блок-секцию жилого комплекса сдали в конце прошлого года. Ключи от квартир дольщикам обещают начать выдавать с 25 сентября, а в целом сдать объект до конца октября. Хотелось бы сказать слова благодарности строителям за то, что они подхватили этот объект, вложили собственные средства на первом этапе. Ну и мы сегодня достойно достраиваем этот объект. Готовность четырех блок-секций почти стопроцентная. На финальной стадии работы по монтажу системы водоснабжения и лифтов, электропроводки в квартирах. И уже благоустраивают придомовую территорию. Обещают также привести в порядок дорогу, что ведет к жилищному комплексу. Единственный подъездной путь сегодня – грунтовый и достаточно разбитый. Елена Макаренко, «День с толком».